Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это Acer Chromebook 13 на Chrome OS. И сейчас я покажу вам, как на этом великолепном устройстве сделать скриншот. Есть целых три способа, ребят, целых три. Итак, первый способ самый простой. Вам нужно одновременно нажать на кнопочку Ctrl, вот, нажимаете ее, и на кнопочку скриншот. И у вас сделался скриншот всего экрана. Также вы можете сделать следующее. То есть это скриншот всего экрана, давайте на него сейчас мы с вами посмотрим. Давайте откроем его и видим, что вот заскринит, собственно. Сейчас откроем его. Вот, заскринен весь экран, так как мы его видели, собственно, да. Есть также еще способ сделать скриншот, тоже очень хороший. Что нужно сделать? Вам нужно нажать на Ctrl, вот, Ctrl, Shift и вот эту вот кнопочку. Тогда вам предоставится возможность выбрать участок экрана, который нужно заскринить. Что же это может значить? Это значит, что теперь у вас экран немножко посерел, вы выбираете участок экрана, который хотите заскринить, так, еще раз сделаю Ctrl, Shift, это. Нажимаете на кнопочку сначала и удерживаете ее на тачпаде, и пальцем вторым отводите, ну, делаете, выбираете участок экрана, который нужно заскринить. И в итоге у нас получается вот такая вот картинка. Давайте сейчас на нее посмотрим. Вот. Я заскринил тот участок, который хотел. Это второй способ. Но также есть и третий. Давайте заскриним вот именно вот это вот окошко. Как это сделать? Можно заскринить окно в Chrome OS. Это замечательная возможность, которую предоставляет нам Google. Что нужно сделать? Нужно нажать Ctrl, Alt и кнопочку скриншота. То есть тогда мы делали Ctrl Shift, а сейчас Ctrl Alt. У нас посерело все, кроме главного окна, и нажимаем кнопку Enter. Все, у нас сделался скриншот именно этого окошка. Что ж, ребят, спасибо большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. И до скорых встреч.